السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. بارك الله فيكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Поистине всех хвала принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля, который нам позволил всех нас в очередной раз дал нам возможность посетить эти священные земли и совершать малый хадж аль-умра. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: وأتموا الحج والعمرة لله. Совершайте умру и хадж полноценно, идеально, при этом соблюдая все необходимые действия и условия. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-умрату иля аль-умрати кафаратун лима байнахума». То есть между каждыми двумя умрами, которые раб совершает, это искупление грехов. Поэтому восхваляем Аллах субхану ва тааля, который позволил нам в очередной раз приехать в эти священные земли, земля двух святынь, Маккатул Мукаррама и Мадинатул Мунаввара, место, где ходили лучшие люди этой уммы, ас-сахаба ридван Аллах алейхим, место, где наша религия распространилась, место, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ниспослался для него пророчество, место, где в течение 23 лет ниспослался священный Коран. Поэтому альхамду лиллахи аллази биниъмати татимму салихат. Вот дорогим моим шейхам, ас-сахатам, закончили только что умру, дуа делали для всех наших братьев и сестер. Пусть Аллах примет от нас всех, шейхна, пару слов, пару напоминаний для меня в первую очередь, для затем для всех наших братьев все сделать. Баракаллаху фикум, ассаламу алейкум. Альхамдулилля, шейх Ямуддин, вы все можно было сказать, вы все сказали. Ассаламу алейкум. Поэтому просим Аллаха, чтобы Аллах принял, иншаллах. Потому что, может быть, думаешь, вот так вот, субханаллах, сделал умру, сделаешь так вот, приехал сюда, почитал намаз, сделал таваф. Аллаху а'лям, примет Аллах, субханаллах, или нет. Поэтому мы просим Аллаха, в первую очередь, кабуль. Аминь, аминь. Именно просим, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, «Кулюбухум ваджиля», то есть, как писать тех людей, которые, «Кулюбухум ваджиля», то есть, те сердца, которые, у которых сердца беспокоятся, «Аннахум илля раббихим раджиун», то есть, они вернутся к Аллаху Субхану ва Тааля. Когда спросили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, قلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون التي كثر يسرقون ويشربون الخمر ويخافون من الله فسأل عائشة رضي الله عنها وبصنك الله أكون говорит в этой маяте Аллах سبحانه وتعالى это те которые воруют выпивают алкоголь и боятся при этом что вернутся к Аллаху на что сказал я бинт صديق нет дочь Абу Бакра صديقة это يصلون это те которые молятся ويصومون ولكن يخافون لا يعرفون يقبل الله منهم عمله однако они не знают Аллах примет их дела или нет поэтому просим Аллах سبحانه وتعالى чтобы Аллах سبحانه принял от нас чтобы Аллах سبحانه وتعالى принял от нас эти деяния чтобы Аллах سبحانه وتعالى дал возможность нам еще сюда приехать аминь. И как вместе нас здесь собираюсь с любимым братом шейхом Ябудзином в этом доме мы всегда встречаемся только в основном вот таких поклонениях Аллаху чтобы вершиться быть альхамду фирдаус аля بارك الله فيكم براتي سيوسترا قوش الله قرين تتنصر جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم بارك الله فيكم قوش عمره تاكيه بدوستافشي مالي الحمد لله قوش الله قرين قوش الله قرين تتنصر أدنى الشيخ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته